Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня представляю вашему вниманию пылесос Tefal TY9890WO. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Ссылки на магазины с выгодными ценами вы найдете в описании под видео. Буду рад вашей поддержке, поэтому пишите комментарии и ставьте лайки. Благодаря технологии Flex корпус пылесоса сгибается посередине и позволяет в 4 раза эффективнее собирать пыль и грязь в труднодоступных местах, например, под мебелью без необходимости наклоняться. Встроенная в насадку LED-подсветка гарантирует, что вы не пропустите ни одну пылинку. Дисплей управления позволяет регулировать уровень мощности, время работы и отслеживать заряд батареи. Попробуйте парковку Stop and Go, которая позволяет зафиксировать насадку для пола и трубку пылесоса в вертикальном положении для быстрого переключения с уборки пола на уборку других поверхностей с портативным пылесосом. Благодаря новейшему поколению цифрового мотора от Tefal, линейка X-Force обладает высокой мощностью всасывания для тщательной уборки любых поверхностей. Уникальная насадка Aqua делает ежедневную уборку полноценной и экономит ваше время. Теперь вы можете пылесосить и мыть полы в 2 раза быстрее, даже в самых труднодоступных местах и углах. Наслаждайтесь беспрерывной и качественной уборкой во всем доме благодаря съемной литиевой батарее, которую удобно заряжать в любом месте. Съемный аккумулятор Slide-In на 25,2 вольта обеспечивает до 45 минут автономной работы с неизменной мощностью всасывания. Заряда аккумулятора хватит для тщательной уборки во всем доме. Длительность автономной работы пылесоса можно увеличить до 1,5 часов, установив второй аккумулятор, нужно приобрести отдельно. Насадка Deep Power LED Vision позволяет легко и эффективно собирать пыль на любом покрытии. От твердых полов и ковролина до столов, полок в шкафу и потолка. Вращается на 180 градусов и собирает даже крупную грязь, например, хлопья для завтрака или рассыпанные орехи. Контейнер для пыли объемом 0,9 литра обеспечивает комфортную ежедневную уборку, и его не нужно часто очищать. Контейнер легко снимается для очистки и удобно моется под водой. Комплектующие контейнера для пыли, включая фильтр, также можно мыть под водой. Обеспечьте чистоту воздуха в вашем доме благодаря эффективному задержанию собранной пыли, включая аллергены и мелкие частицы. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них, сначала отрицательные. Моющая насадка оказалась бесполезной. Процедура очистки контейнера утомляет. Заряжается долго. Сам пылесос довольно тяжелый. Турбощетка на ковре вообще не вращается. Теперь перейдем к положительным. Удобное обслуживание. Тихий в эко-режиме. В эко-режиме неплохо сосет. Удобный и маневренный. Много различных насадок. Цена за функциональность ниже конкурентов. Хорошая мощность всасывания. Отличная фильтрация воздуха. Применим для быстрой уборки. Всем спасибо, рад, что досмотрели до конца. Для покупки этой модели по выгодной цене следуйте по ссылкам в описании. А чтобы не пропустить новый обзор, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Надеюсь на вашу поддержку, поэтому делитесь мнением в комментариях и ставьте лайки. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».